У нас с коллегами, как всегда, очень много вопросов. Давайте прямо сейчас с них и начнем. Больше всего журналистов волновала ситуация с коронавирусом. Край постоянно держится в десятке регионов с самым высоким показателем заболеваемости. Цифры смертности тоже настораживают. Губернатор пояснил, статистика не должна пугать. Край стоит на первой десятке по количеству выявленных инфицированных. Значительная их часть вообще переносит болезнь бессимптомно. Мы в разы превышаем многие регионы, включая наших соседей, по количеству тестов. Больше тестируешь, больше выявляешь. Главный принцип, мы исповедовали, он очень прост. Основным средством борьбы с эпидемией является правда. И только правда. Также Александр Ус поделился, что коронавирусные ограничения сроком почти в полгода считает эффективными и оправданными. Затронули также тему новой лесной политики, которая реализуется в крае уже год. Глава региона признался, что наводить порядок в тайге непросто, но позитивные сдвиги есть. Из-за нарушений пришлось расторгнуть 90 договоров аренды с лесопользователями. В этом году усилили лесоохрану и лесопожарный центр. Но дел еще много. Я сам несколько раз летал, так без особого предупреждения смотрел и убедился в том, что проверяющих приходится проверять. Поэтому я поручил создать в нашем министерстве группу контроля, которая обеспечивает проверку того, что уже проверено. И могу вам сказать, что более половины лесосек, по которым даны позитивные оценки, на самом деле не отвечают тем требованиям, которым они должны отвечать. Говорили о последствиях ЧП в Норильске, туристических перспективах края. Также спросили губернатора о планах по использованию для отопления домов биотоплива, пеллетов, бездымного угля и даже электричества. А еще Александр Ус рассказал, что ждет отпуска за лето. Так и не удалось отдохнуть. У меня лодка стоит там недалеко от дома. Я пригнал ее в этом году, учитывая то, что погода была такая теплая, жаркая, 25 апреля. Ну, думаю, теперь уж с рыбалкой будет полный порядок. На реку, на Харюзе, не вышел ни разу, ни разу. Полную версию интервью губернатора Александра Уса смотрите на нашем канале в понедельник в 21:05. Татьяна Потанина, Енисей, новости.